Неделя громких заявлений. Цену в 40 тысяч долларов за одну монету пророчит биткоину уже до конца 2018 года директор благотворительного фонда Bitcoin Foundation Люк Лаасен. 90% других альткоинов обесценятся. И по мнению главы компании Ripple Брэда Гарлингхауза, крах большинства цифровых валют неизбежен. Обесценивание криптопроектов считают они хорошей новостью, ведь многие монеты создаются с одной целью, чтобы их разработчики могли получить прибыль. По прогнозам Люк Лаасена, высокая волатильность будет продолжаться около полугода, после чего стоимость биткоина начнет резко расти. Этого времени достаточно, чтобы исправить некоторые недочеты программного кода монеты.